Ну вот, Алиса, вполне прилично. Время 2 часа 30 минут. Ты только проснулась. Да, привет. Молодец. Как видно, настроение хорошее. Поспала под полом. Я понял. У нас теперь новая как бы модель поведения. Такого раньше не было. Алиса берет еду и несет себе в подпол. То есть она четко поняла, что в подполе ее собаки точно не найдут. И поэтому как бы всю еду она тащит туда. Да. Молодец. Надо поконючить-то. Все. Алиса сама перестала есть все мясо. Я ей даю. Там много было комментариев по поводу того, что накормите лису мясом. Не-не-не. Она получает порцию мяса, естественно. Вот, но судя по последним событиям, вот сегодня утром это мясо съел белый. То есть он залез к ней в миску высокую. Что такое? Еще погладить? Погладить? Ну давай. О, чего такое? Залез в высокую миску, которая на домике стоит. Стал лапами на камень, залез туда и съел. А Алиса взяла всего лишь... Причем при Алисе. Алиса даже ему ничего не сказала. А Алиса взяла один кусок всего лишь и то его положила просто и ушла. Вот, так что все, поведение меняется, привычки меняются, вредность остается, естественно. Ну все, Алиса пошла гулять. Она как раз белого увидела. Надо поздороваться. Вот так. Кто в доме хозяин? Белый, что это было? Сумасшедшая лиса? Да, старшая сестра, да, такая безумная. Белого это святое, за ним побегать. А потом белый за ней. Это, ну сейчас она как-то не настроение. Куда-то почапала по своим делам лисим. Сейчас посмотрим, что делает подруга. Пошли. Найди лису, найди колбасу. Ой. И мимо. Вот туда вот залез белый сегодня. Встал на эти камни и подъедал. Причем он не со стороны лесенки, а со второй стороны туда залез. Пошла проверить все. Надо все посмотреть везде. Все миски разведать. Вдруг что-нибудь дадут. Сяду на шину. Посмотрим. Ой. Что-то там, наверное, есть. Не помнит. Или собаки раскопали. Но собаки бы не закопали обратно. Так что, скорее всего, что-то тут есть. Насчет того, помнит или нет Алиса все свои нычки, да? Смотрим внимательно. Я думаю, что помнит. Ох. Ну,
Я думал, что это жуки делают. Я надеюсь, исход будет не такой, то что ты видел мою нычку, ты не должен отсюда уйти. Надеюсь, что не так. Странное поведение лисы. Она помнит, что где-то здесь, но где точно не помнит. Я думаю, что это так выглядит. Хотя зачем она закапывает обратно, я не понимаю. Привет! Ой-ой-ой-ой! Здрасте, здрасте! Да-да-да, пойдем, пойдем! Ой, кашу! Полная каша, и кто-то не ест! Держи! Ну, мясо, конечно, да. Новая хитрость. Мне привезли порошок. Размельченная артемия. И это пищевая добавка натуральная, в которой омега-3, омега-6 и вообще очень много полезных веществ. Оно используется для людей, но как бы я попросил, мне привезли в виде порошка для как бы животных. Я вообще-то для себя искал, но потом как бы решил, что всем животным будет тоже очень, очень полезно. И я добавляю, мешаю с мясом. То есть это как бы измельченный порошок. Мы добавляем алиски. И как бы я всем даю. Я считаю, что такие, как бы, ну, грубо говоря, это не витамины, а как бы натуральные витамины. И они как бы очень хорошо будут как бы воздействовать на организм. Посмотрим, как это все пойдет. Ну, ты, конечно, сейчас съешь полностью сначала все мясо, вытаскивает кусками. Угу. То все это время была курица, курица надоела, а это все-таки говядина, ливер. Я думаю, что очень, очень нравится. Плюс еще льняное масло, потому что там жиры уже получаются растительные жиры, там тоже омега-3. Который очень не хватает в современной пище. Все это еще, видите, как блестит из-за льняного масла. О, ну что, настроение поднялось? Нет? О, пошли. Оп. Что там такое? Что-то велосипед увидела. Давно его не видела, очень возмутилась, что это такое стоит на ее территории. Пошла выяснять. Теперь погладится? Ну, давай. Да, села погладится. Ой-ой-ой, тихо, рот закрой, а то я тебя знаю. А то сейчас меня за мясо примешь. Ну нет, ты у нас добрая утренняя лиса. Ну, мне хочется в это верить.
поет свою песню утренняя лиса.